Ну чего ты? Саша ему дал печенек. Он прям чуть не домой пришел. Дали печенек, он их не хочет. А Моца кушает печеньки. Кто тут кинул баночку? Доброе утро, дорогие друзья. Мы сегодня решили завтракать не дома. И главное, так интересно, я там занавесочки вешаю, что-то делаю. И думаю, хочу я водопао. Водопао, да? Я хочу. Вот. Ну, фаревей, водопао and чай, ай вон. Вот. Сама про себя так думаю. И вот вешаю занавесочки, минут через пять Саша говорит. Слушай, а ты не хочешь водопао случайно? Вот то, что там у нас на повороте. Я говорю, вот не поверишь, хотя уже, наверное, и поверишь. Именно об этом я и думала. Мы их за все это время, что приехали, мы всего два раза. Ну, не знаю, сколько раз он, может быть, иногда я не готовила завтрак, может, он туда и ходил завтракать. А я всего два раза ела это водопао в день приезда и вот недели две назад. Так что с удовольствием. Do all life. I said, do something. He said, this is my word. I said, do it. Yes, yes, yes. Опять идет за нами девушка с картинкой Лакшми и просит денег. Молодые же. Саша говорит, ну ты работай, она, это и есть моя работа, говорит. So big banana, look at this. Oh, mama. This is like for pakora. Chemical. Chemical? Нет, это другой, это не химия, это просто такой дизайн. Сорт такой. What time, you know, what time now? 10:30. А я проснулась в 5. Что-то не спится. Посидела в интернете. Когда стало светать, я уснула. Да. Хорошо, ага. Go for lunch 1 o'clock, come back 2. Yes, yes, later. Then we'll eat later. Ага. Мы все удивляемся, время так быстро бежит. Ну вот только проснулись, только. И уже про обед говорит, что я буду на обед готовить. Наверное, малай кофту. Я посмотрю, if панир окей, I will make малай кофта. Если панир не испортился. Сюда. Ничего себе, как он бизи. Смотрите. Очередь прямо. Это самое, да, дешевое место тут. Он и омлеты делает. Да, и водопао, и чай. Я хочу чай и водопао. А его чай и водопао. Да, да, да. Лаура, open your channel. After she sent message, because she, I tell about your channel, she tell million thanks, you, my friend, a big hug for Papa and Mama. You forward me that, I will write it. Хорошо, ага. Вот, это наша Лаура, которая открыла канал, она очень благодарна, что я ее порекомендовала, и обнимашки папе с мамой большие передала. Саши уже подружился с ребятами, они из Пуны. Они услышали, что он на хинди говорит, спрашивают, откуда это ты такой. Тоже подумали, что иностранец. Ну, популярное место, прям вообще, товарищ занят. Да, 10 рупий чай, 20 рупий водопао. Вот тебе за 30 рупий, 25 рупий можно позавтракать. Сколько сейчас? How much dollar now? 81 стоит. Доллар 81 рупию, как-то так. Вот. Меньше, чем за полдоллара.
he have somebody who help him. This guy help him. У него там есть типа как помощник, подобие официанта. Вон эта девочка на углу с картиной Лакшми. И два чая, доу. Вот так выглядит водопао. Традиционное блюдо. This traditional from Maharashtra. Из Махараштры, из соседнего штата. Там шарик картошки со специями отваренной. Опускают в кляр из нутовой муки. И кипящее масло, вот этот шарик, и булка сверху, и там немножко лук, там какие-то еще, там соус какой-то томатный, вот, водопао называется. Булка в булке я ее называю. Thank you, thank you. Перчененькое такое, спайси-спайси, но вкусно. Ему на почту, а я пойду домой. Кинара кафе. Здесь платная стояночка. В конце сентября, в октябре не было еще здесь вот этих вот кассиров, так сказать. А сейчас вот они уже сидят, за денежки пропускают на стоянку. Вот слева. Кусты срубили. Что, он мешал, что ли? Хороший кустик был, красивый. И там срубили. Машин пока мало, потому что четверг вроде бы. Игрушки, лампы, магнитики, кружки с гуа, Будды. Вот такие вот очень симпатичные. Мне очень нравится. Таких подарки привожу в Россию. Ну, конечно, не привезешь. Они тяжелые и хрупкие. Но вот сестра у меня очень любит такие. Сок тростниковый. Наборы ракушек. Может, нашей черепашке надо. How much this set? This one? This. 1500 rupees. 1500. 1500. This is a store like. Ага, ракушки шелся, ага. Покажи мне еще вот, вот такого вот прикольный человечек. И, играет на инструментах. А этот сколько стоит? Китна? This? 2000 rupees. 2000 рупий. Вот такой красавчик. Спасибо. А та 1500. А? Нет, спасибо, я посмотрела. Тут же собрались. 500. Хорошо. Ну ладно. Нет, спасибо, спасибо. Я не покупатель, я looking, зыринг, лапинг. И делаю видео. Может, кому-то и понравится. Ну, по-моему, ракушки, я не помню, за сколько же я покупала. Давным-давно еще в Финляндии покупала. Там оно буквально там 5 евро, что ли, стоило. Как-то дешево, если не меньше. А у него 1500 рупий. Это сколько? Ну, 20 евро точно. 20 долларов. 1500. 15 сотен. Да, 15 сотен. Это же 1500, правильно? Вот такие надо заказать, какие-то плакатики
для Рупака и Оксаны им в кафе с ассортиментом, что у них есть. Ног. Ну, надо разуваться. О, не, горячо, не надо разуваться. Надо идти к морю, возле моря разуюсь. Очень горячо. Еще один шек строится. Вот уже практически середина ноября. Они только строят. Закончится сезон, они все это разберут, спрячут все эти доски. Унесут, а то сгниет же. Сезон начнется, опять соберут. Это хорошие зонтики, вот они действительно не вырви глаз. Такие вот светленькие. Здесь желто-красный флаг, значит купаться можно. А у нас всегда красный. Всего там метров 100-200 отсюда. Вот видите, Лотос Сутра. Это уже наш райончик. И у нас вечно красный флаг этот. И что здесь опасно. Зона не для купания. Люди, правда, купаются, но охранник всегда ругается. Ладно, пойду домой. Буду готовить малай кофту на обед. Привет. Hi, I'm Danny. Danny. Папа, папа of Kinjal. Yeah, Kinjal of Dad. Mm-hmm. Nice to meet you, everybody. And you, I say, God bless you. Okay. Ну, ну ладно, хорошо, давай. Останавливает меня Ирина. А что ты не снимаешь-то? Я говорю, посниматься хочешь, Дэнни? Да, говорит, давай, включай камеру-то. Пришлось включить. Дедушка ушел. Все, уже жить можно, когда перестали пилить это дерево, жужжать. Хоть, конечно, грязненько, но нормально. Терпимо.